придется складывать этот пулемет, надо еще на один отправиться на рейд. До рейдить-то дом. О, там еще стреляли, кстати, так что очень палевно. Очень палевно, так выходим. Помнишь, как ты играл раньше? Забудь! Мы представляем вам проект серверов Anturnet Z, пожалуй, лучший из проектов. Мы не соврем про то, что у нас все идеально, но у нас отличная оптимизация, ежедневные акции, уникальные системы и круглосуточная техподдержка. Anturnet Z. Новая надежда для Anturnet. Всем привет, с вами Теспи, и до сих пор мой дом живой, чему я очень рад. У нас пошел дождь, мы проверим всякие, да, живой, все хорошо, меня даже не рейдили, а меня могли пробить с этим. Блин, очень хорошо, что я выбил, кстати, если бы я не выбил тогда миниган, то, скорее всего, мой дом бы не выжил. Так что вот эти вот все мувы способствовали тому, что я выбил. Я, кстати, взял автомат, потому что я случайно, когда разбирал лут, пытался оптимизировать место в ящиках. Кстати, смотри, я освободил. Ну, как освободил? Ну, где-то я освободил, но, в общем-то, я все вместил, и у меня как бы пустой инвентарь. Я все повмещал, я поразбирал нужное, повыкидал ненужное. В общем, у меня очень все хорошо. С лутом у меня все прекрасно, все вместило, все замечательно, все просто превосходно. Миниган у меня есть, миниган занимает просто катастрофически много места, просто пол сейфа. Тут у меня автоматы очень много, я на всех их поставил апдейты. Тут я поставил глушитель и, собственно, взял два запасных магазина. Один на 25 патронов, правда, но я думаю, это не так страшно. Собственно, надо включать генератор и выходить из дома. У нас сейчас, собственно, хорошая погода, чтобы прогуляться. Нам нужны... Кстати, вот С4 я тоже скрафтил, у меня уже... 5 C4, учитывая, что я не расчехлял свои C4. Значит, мне нужно добыть клей. Клей, чтобы я все-таки смог скрафтить C4. Клей мне очень нужен. Тут у меня растут растения, тут у меня тоже еда. С водой еще проблема, надо будет на пляж сгонять. Так. Хорошо. Пошли прогуляемся. Блин, на пляж надо еще и дробинки взять. Дробинки. Но меня беспокоит то, что там челики могут идти бегать. Ух, как красиво с этим дождем, как атмосферно. У меня тут укрытий, кстати, почти нет. Мне очень повезло тогда, то, что меня еще не заметили. Очень повезло. Значит. Блин, я что-то стал переживать, но у меня же автомат хороший. На этом автомате, по идее, должно отдачи еще меньше быть, чем на том, у которого я бегал. Этот автомат должен вообще быть просто прелестью. Нужно найти еще дробинки на дробовик, потому что у меня только 3 патрона осталось на дробовик. Да, очень мало. Так. Тут у нас на первый взгляд чисто, но я бы так не говорил. Так. Мы зомбаков поубиваем. Хопана. Отлично. Так, мне нужен скотч, клей. Ну, я думаю, тут не найдем. Тут у нас еда. Скотч, клей и, собственно, дробинка. Вот, дробинка, отлично. Жалко, по две не спавнится. Все время по одной нахожу. Так, металл мы уже не будем собирать. Металла очень много. Не будем тратить на это время. Пока что не до металла. Так, что у нас тут? Тут ничего. Понимаю то, что металл может пригодиться, но мы на него время тратить не будем. Так. Холодильник. Вот так вот, хорошо. Мне еще водички надо на пляж сгонять за водичкой. Так, вот тут вот должно быть много всего. Давай. Тут залутаем. Хопа. Ага, просто как будто все облутали недавно. Очень пусто. Яйца 34%. 62% карамельный батончик. Ну, я мог бы взять, да. 69. Давай, дружище, затупил-то у нас. Вот так вот, отчаливай. И вот, самый главный дом. Сейчас на пляж пойдем. Только одну дробинку, что ли, взяли? Маловато. Одна дробинка, это весьма маловато. Опа, да, с них еще падают. Да, зомбаки появляются. Зомбаки появляются, их недавно кто-то зачистил. Так. Так, значит, давай объединим патроны. Вот так вот. И все, тут получается. Закончим. Ну что, спускаемся тогда на пляж. Что у нас на пляжу? На пляжу тоже вроде бы чисто. И тут тоже можно патрон найти, кстати. Ну, клей вообще не прет на клей. Я не знаю, что так не прет. Так. Опа. Водичку берем. О, 100% сок. 100% сок, это хорошо. Это очень хорошо. Сейчас тут водички наберем.
Так, так, так. Тут вот все время очень много воды. Так. Опа. 74. Взял уже? Да, взял. Блин. Ну тут безопасно отчасти, так что переживать не стоит. Я что-то переживаю. Сам себя успокаиваю. Да-да, я. Так, 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 так. Вот тут вот пробежимся, посмотрим, что у нас тут. Тут у нас ничего. Сейчас проверю, запись включу. Лучше проверить, чем не проверить на самом деле. Потому что я могу все это записать и не записать. Так что лучше проверить. Я думаю, вы понимаете. Вот так вот. У них броники выпадают. Ничего себе. 30% всю воду забираем, потому что мы сможем ее полечить в будущем. У нас хоть таблетосы кончились на щенюку, но починить мы сможем. Твои патроны. Блин. Ой. Ой, вы нам не нужны, пожалуйста. Огненные нам не нужны. Так, ну все, тут вы закончили. Погнали, сгоняем на мост. Пушка у нас есть, а глушитель у нас есть. Как бы мы стелсеры такие. И даже дробовик немножко надо были патронов. Там около моста тоже можно что-то найти. Смотри, как тут дом построили. Вот на таких вот скалах ставить фундамент нельзя. А он, получается, смог построить дом. Да, он начал вот у него отсюда. Ну его зарейдили. Так, 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 так. Вот эти вот доски я, кстати, возьму у тебя, дружище. Вот эти доски мне пригодятся для еще одной канистры. Пририсовывается еще чей-то дом. Хочется еще на остров сгонять, посмотреть, что у нас на острове. Так, 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 так. Это не тот остров. Вроде бы. А вроде бы и тот. Да, вроде бы тот остров, но видишь, видимости очень мало. Значит, проходим тогда на мост. Мне что нужно? Опять же, повторюсь, мне нужен клей, скотч и все остальное. Но меня беспокоит то, что меня эти чуваки точно хотят зарейдить, но они не поняли, где мой дом, и я этому очень рад. Так, там вроде бы никто наверху не сидит. Торговую лавку тут сделал, значит. Так, 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 так. Дождь закончился, и сразу совершенно другая игра. Зомбаков нет. Зомбаки есть, хорошо. Ну и все равно их мало. Давай автомат возьмем. Так, 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 так. Так. А, блин. Вроде бы чисто. Ну да, зомбаков-то тоже кто-то зачистил недавно. Смоук тут валяется. Я думаю, может попробовать зарейдить все-таки. Я как бы готов к рейду, но просто то, что у меня соседи онлайн, это, конечно, меня беспокоит. Можно, в принципе, попробовать зарейдить под конец этой серии, если около моего дома не будут тусоваться эти челики. Фух, и у меня два дома на очереди на рейд. Еще тот дом, который на вершине, который деревянный, как бы тоже вкусненький. А у тебя петух. Да, вроде бы другие челики сейчас играют. Так, ну это бомжик, его трогать не будем. Пускай он там двигается и ищет лут. Потом, когда залутается, потом уже убьем. Значит, значит, значит. Городишко. Городишко, в которое я очень часто хожу. Мне зайти надо в магазин оружия заодно. Как бы очень хороший городишко на самом-то деле. Очень вкусный. Так, зомбаки стоят. По крайней мере, часть зомбаков стоит. Ну, автомат мы возьмем. Опа. Хорошо. Так, это зомби мертвый. Может быть, у него скотч есть или что-то еще. Очень тихо сработали. Так, есть аптечка. Антибиотики. Хилки. Хорошо. Бинты уже делать не будем, потому что у нас и бинтов просто очень много. Некуда складывать веревка. Проволока, точнее. Так, 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 так. Да, аптечка это хорошо, аптечка это очень хорошо. Так. Блин, я не знаю, меня почему-то пробирает. Не знаю чего, но мне страшно. В магазине оружия вроде бы чисто. Давай сюда заходим. Опа, скотч, хорошо. Да, у нас походу еще одна канистра будет, потому что у меня еще скотч есть дома. Так. Ни черта. Так, что у нас тут?
Скотч, скотч, скотч. Опа, вот тут вот может быть что-то. Молоток. И ничего нет. Хорошо, значит, погнали в магазин оружия. Так, не понял. Отдыхай, спасибо. Немного не понял, но походу он заутал тут все и убежал. Зомбаки агрятся. Ну это зомбак стоит. И он, походу, бежал наверх. Походу, тоже тут онлайн в доме. Это человек, который тут сидит. Он, походу, вот в этом доме. Вот либо в этом, либо в следующем. Тут два дома. Я думаю, один гараж у него, другой основной дом. Ух. В торговый центр, что ли, отправиться? Но я думаю, зарейдись. Я думаю, вот я все ломаюсь. У меня вот мыслительные процессы в голове идут, можно сказать. По поводу рейдись или нет. Надо проверить свою горку, снова пробежаться по ней. Посмотреть на того, кто играет. Давай сейчас немножко спрячемся тогда. И посмотрим, кто у нас играет. Так. Никита. Аким Пушистый, Вупсень. Олег играет. Вадим не играет. Олег играет, Вадим не играет. Хорошо. Хорошо, если у нас Олег играет, то не так страшно. У него там не будет друзей, он один у нас будет, так что не так страшно. Вот если бы не в команде были, то немножко сложнее, так? Олег вроде бы этот не очень хорошо играет. Он только учится. Как и русскому языку, надеюсь. То, что он учится русскому языку и наконец научится писать. Не понял, где были выстрелы? Где были выстрелы? Такой выстрел одиночный, и все, и больше ты не стреляешь, да? Отлично, кого мы убили? Дерзко. Мани, 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 мани. Он говорил мани, 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 мани? Или мне показалось? Так, 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 так. Что у тебя было, дружок? Так, ничего такого. Ничего такого. Кольт, это он стрельнул, походу. Так. Что у нас тут по луту? Тут у нас еще... Опа, динамит. Динамит нам пригодится. Динамит хорошо. Пошли проверять нашу горку. Значит, проверяем горку, если все хорошо, идем рейдить. Надо еще подойти к тому дому, который на вершине, где мы надыбали в прошлых сериях очень много лута, очень много. Я не знаю, когда это выживание завершится. Друзья, не спрашивайте, я не знаю. Эта карта, она какая-то очень манящая, очень крутая. Это просто... Я не ожидал, что Калифорния будет настолько крутой. Она вроде бы и простенькая, но при этом она охренительная. Это просто космическая карта. Значит, значит, значит. Эти дома все зарейжены. Мой дом, я вообще не знаю, как он стоит. Наверное, он стоит только из-за того, что я отнял миниган. Миниган бы снес мой дом просто в щепки. Миниган это такой... У меня 50 патронов, могут несколько домов зарейдить, а там 130 было. И при том он еще кучу тратил патронов. Так, там у нас, смотри, поставили... Заграждения вроде бы стояли, да. Значит, окей. Ну, вроде бы все чисто. На первый-то взгляд. Все чисто. Сейчас берем, значит, как я и хотел, это УЗИшка плюс пулемет. И идем с УЗИшкой и пулеметом. У нас уже темнеет, надо успеть, пока не стемнело. Потому что будут вспышки от выстрелов, видно очень хорошо. Так, вот это вот мы берем. Пулемет мне, пожалуйста, на базу. Где-то тут мой пулемет. Так, так, так. Пулемет мой, вот он. Хорошо, пулемет у нас есть. И УЗИшку, пожалуйста. УЗИшка тоже должна быть где-то тут. Ну, УЗИшка моя. Да что это такое? Где моя УЗИшка? Вот она. Значит, на УЗИшку должен быть еще магазин. Я заряжал, да заряжал. Вот 45 патронов, хорошо. Это сюда. И вот это вот сейчас я разберусь с лутом, и мы включимся. Ну все, собственно, я готов. Давай только генератор. Нет, генератор не выключаем. Может, сюда придем еще, у нас будет кемпись. Нам поможет турелька.
Так. 20 патронов, насколько я помню. Блин, стреляют. Это мы берем. 20 патронов. Всего-то 20 патронов. Не взял потолок. Ошибка. Ошибка. Там с писмейкера стреляли. Вроде бы не так страшно. Ошибка. Не взял потолок. О, блин, я хочу туда вписаться, но будем рейдить. Там какой-то Desperado Skirtbreaker убил 42 метров. Пускай он пока его лутает. Берем потолок. Нам надо еще подстройку взять. Обязательно подстройку. Ой, я что-то вообще не подготовился. Что-то я вообще теряюсь. Так, подстроечку мне взять. Раз, два, три. Так, потолок у нас есть. Потолок у нас... Что у нас свободно? Что у нас свободно? Пятерка. Значит, семь, восемь. Все, отправляемся. Надо еще покушать взять с собой. Вот 76% МРЕ берем. Потому что мы проголодаемся в этом рейде 100%. Так. Все, сейчас быстренько проходим. Никого не трогаем. Пробегаем. Дигл у нас есть. На всякий пожарный. Надеюсь, он нам не пригодится. Просто его разберем и выкинем. Забираемся на крышу. Начинаем рейдить. Нам должно хватить как минимум на две стенки. Ну, вот потолок сейчас будем рубить. Так, 20 патронов примерно. Опа. Фиг, я тут поставлю потолок. Так, ну что, это у нас металлы. Ух ты. Еще давай все это ломать. Это у нас металлы, господа. Куча патронов. Короче, все ломаем, чтобы патроны у нас были. Так. Вот это. Ух, потолок нам не получится поставить. Значит, надо уходить быстрее. Так, стак металла у нас надо сделать. Стак металла есть. Блин, а куда рейдить? И они так еще поставили шкафы, то что придется по двери рейдить. А мы по двери не будем, мы будем по потолку. Надо подумать. Так, это выкидываем. Сложно. Магазин Авенджера выкидываем. 3 патрона. У них везде патронов мало, так что еще? Тут мы, получается... Так, воня, вайпер. Да, мы еще с металла с этого хорошо рвем. Воня, вайпер, это. Еще стак металла. Хорошо. Вот это вот выкидываем. Магазин Desert Falcon тоже выкидываем. Хорошо. Значит, следующее. Следующий ящик. Так, это тоже придется все выкинуть. Так. Писмейкер, 2 этих. Эйс. Вот это вот выкидываем. Так, 7 патронов, 2 патрона. Вот это вот тоже выкидываем. Вот это тоже выкидываем. Что у нас тут? Опа, глушители. 8x мне понадобится. Хорошо. Еще металл. Так, еще 2 стака нарисовалось. Хорошо, так, еще 2 стака. У меня есть подозрение, на самом деле, когда я тут ходил, то, что лут может быть еще и в буферках. Ну, просто, знаешь, люди могут прятать лут в буферках, и у меня... Я захочу проверить стопудов. Значит, это выкидываем. Так, кстати. 76%. Надо будет обратно сейчас домой отправиться, заодно засейвим лут. Так. О, да... Вот это вообще сок. Никарев! 47 патронов. Я сразу и не допер, мне просто скин на него. Я просто не понял, что это за пушка. Вау. Выбираемся. Значит, восьмерка. Территория защищена флагом? Так не было уже флага. Слушай, надо пробиваться отсюда. Надо пробиваться. Так. Сколько патронов тут? Глушитель ставим. Это ставим.
Прицел ставим. Будем пробиваться через буферку. Вот через эту. Я не знаю просто. А хотя, знаешь, что сделаем? Да. Вообще ломается? А Никарев вообще рейдит? Он такое ощущение, что не рейдит. Что-то у меня такое ощущение, что не рейдит. Вот это вот. Вот сейчас рейдит. А Никарев не рейдит? Так. Отлично. Вот это. Короче, у меня есть подозрение, что вот тут вот у нас есть лут. И вообще вот в этих буферках неспроста вот этот центр такая лутовая. Так что надо вот тут вот пробить. И вот эти вот все буферки попробивать, потолки. Через верх мы рейдить, через эти, через двери мы рейдить не будем. Блин, вообще охренеть. Никарев не рейдит? А это когда? Никарев же... Ой-ой-ой, там челик, походу. Там челик. Заодно глушаки надо еще починить. Там челик, да? Да. Так, главное, чтобы меня не заметил. Он сам, наверное, боится меня. Так, быстрее в дом, быстрее в дом, быстрее в дом. Опа! Наш домик. Отлично. Тихий рейд получился. Что это за пушка такая? Ребель. Кстати, заряжается хорошими патронами. У меня они есть. Неплохо. Еще снайперку. Снайперку мы починим. Стаков металла. Сколько у нас получилось с этого? 4. Хорошо. 4 стака металла. Это неплохо. Очень даже неплохо. Вот так, вот так, вот так, вот так. Значит, фундамент нам уже не нужен. Но он все-таки клэм-флаг поставил. Вот так вот получается. И получается. Так. Значит, сейчас буду разбираться с лутом. Только вот хочу проверить Никарев. Никарев. Вот у нас дверь. Она не рейдит. Никарев не рейдит. Ну что это такое? И зачем мне Никарев тогда? А чем ты заряжаешься тогда? Давай проверим. Не рейд патронами. У меня просто только рейд патронов. Чем ты заряжаешься? Ну, Никарев. Ну как так? Да, он заряжается обычными низкокалиберными патронами. Ну почему? Он же раньше рейдил. Ну что ж такое-то, а? Ну тогда придется его разобрать, к сожалению. Я... Хотя... Ну, вот эта вот пушка, у меня на ней 75 патронов. Она, думаю, она лучше защитит мой дом на турели. Хотя можно Никарев на турель сохранить, действительно, на третью турель. Ну, я даже не знаю, друзья. Места нет. Магазин давайте сохраню, а Никарев разберу. Вот так вот. Думаю, это будет хорошее решение. Эх. Значит, такая тема. Я все-таки сохранил, я нашел место на свой пулемет. Я понимаю то, что вскоре мне не будет на него места, потому что мне надо придется складывать этот пулемет. Надо еще на один отправиться на рейд. Дорейдить этот дом. О, там еще стреляли, кстати. Так что очень палевно. Так, выходим. Ага, значит, у нас кемпер, да? Но они уже знают, где мой дом. Что это? О! Вот это вот еще на 8 патронов подберем. Вот это, конечно, кемпер у нас. Он заметил, куда я спрятался, он теперь знает, где мой дом. Хаскер. Подожди, Хаскер убил. Хаскер не знает, кто я. Хаскер, походу, не знает, кто я. Хорошо, значит, я не спалился в дом, значит, еще все хорошо. Так, надо дорейдить. Я хочу проверить все-таки свою теорию. Я не знаю, я не успокоюсь. Я понимаю то, что вот тут вот... Хотя, может быть, лучше сюда. Ладно, давай сюда пробьемся. Да, я так и знал, ну. И вот эту херню мы не будем рейдить. Я так и знал, что в буферках у него лут. У него в буферках лут, но я так и знал. Вот у него все буферки, это походу лут. Буферки он специально сделал, типа, не рейдите меня в буферке. Ну, типа, в буферках нифига нет. Я не верю в то, что это весь лут, я не верю в это. Погнали за С4. Погнали за С4. Кстати, УЗИшка показал себя довольно хорошо. Я очень удивлен. Еще так темно. Сейчас С4, блин, С4, так и сыкотно. Может, миниган взять? Давай. Может, миниган взять, а? Миниган не так страшно. Миниган вообще не страшно. За миниган... Пускай у меня его забирают. Мне все равно. Это миниган. За миниган я не переживаю. А вот за детонатор я переживаю. Очень сильно. Если бы у меня был запасной детонатор, то бы да. Я бы...
как-то побезопаснее делать. Пускай меня заберут, этот миниган, он мне столько места занимает, пускай меня убивают с этим миниганом, пускай пытаются его залутать, пускай офигевают, как я офигевал. Мне надо потратить эти патроны, чтобы я потом уже не беспокоился. И если миниган еще заряжается крупнокалиберными патронами, то это вообще до свидания, потому что я крупнокалиберный лучше буду заряжать в пулемет, которых у меня два, а миниган у меня только один. Возможно, миниган лучше сносит, но это не факт. Значит, моя теория, скорее всего, была верна. Моя теория. Значит, давай сюда. Миниган, кстати, починить надо. Так, на починку минигана сколько нам надо? 8 металла. Ёшкин кот. Охренеть, у меня где-то еще должны быть рейнджеры. Рейнджеры закончили, судя по всему. О, господи. Господи. Страшно вырубай. Надо проверить, чем ты у нас заряжаешься, миниган. Так, 139. Что? Он заряжается низкокалиберными? Значит, миниган не рейдит? Если он не рейдит, то нахер он мне сдался вообще. У меня тут автоматы получше, еще миниган. Миниган можно, конечно, поставить, но ты сам знаешь куда. Это будет вообще атас. Значит, тут у нас место немножко освободилось. Мы можем положить пушку раз. Эту пушку, наверное, уже давай разберем, потому что у нас уже так много этих автоматов, что просто жесть. И вот пистолет тоже разберем. Фу. Так, карджек. Карджек, давай сюда. Металл надо весь выложить. Да, я показываю тебе, как я выкладываю металл, как я выкладываю все это, но зато ты теперь знаешь, как это происходит быстро, в скобочках нет. Вот так вот. 23 вот этому прицелу мы скидываем. Все, погнали. Миниган у нас есть. Возможно, иначе сейчас будут кемпить. И не кемпит. Не кемпит, хорошо. Значит, погнали. Вот этот вот челик. Ну, тут вроде бы все. Я понимаю, темно. Так, кто это? Олег. Так, УЗИшка. И это заберем. Ну, блин, жалко, что нету у тебя ничего. Да ты читер. Блин, ну Олег мне опасности не представляет. Это мы знаем. Значит, это разбираем. 8 патронов еще нам надо было. Ну что, надеюсь, то, что рейдит миниган. Наверное, стоило проверить. Так. Не рейдит. Это не рейдит. И зачем мне это сдалось? Ну не рейдит это. Пошли посидим у этого челика с этим миниганом. Он мне нафиг не сдался, этот миниган. Во-первых, прицел нет, ты не знаешь, куда стрелять. Во-вторых, это миниган, зачем он нужен, если он не рейдит? Ну этот миниган же должен рейдить, а он не рейдит. Из-за того, что он заряжается низкокалиберными, он не рейдит. Значит, он две двери, что ли? А нет, он одну дверь сделал. Так. Ну что, миниган тогда надо ставим на турель. На турель поставим и будем наслаждаться. На турель у нас долго будет стрелять с миниганом. Блин, ребят, ну все. В общем-то, давайте встретимся уже в следующей серии. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на мой второй канал. И чем больше лайков, тем скорее выйдет продолжение. Удачи, друзья, и до скорых встреч.